Мы выступаем в этом концерте, потому что мы против феодализма, потому что феодализм — это возврат в прошлое. Мы не хотим, чтобы наша страна, чудесная, богатая страна, превращалась в развитие обратно. Потому что когда народ делится на высшую касту и обычную, это то же самое, как в Индии было про брахманов, которые могут убить человека, и ему за это только отстригали голову. То же самое и здесь. Что бы произошло с человеком, если бы он, допустим, я бы пришел в полицию и сказал, полицию, типа, вот этот чувак назвал меня, козлом, например. Мне бы сказали: слышь, чувак, пошел отсюда, что тебе здесь вообще надо, ты что, развлекаешься или что? Но когда это затрагивает особенных людей, принадлежащих высшей касте, все происходит совсем по-другому. И именно поэтому мы здесь.